Всем привет, уважаемые зрители, с вами говорит Стелл, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Batman Arkham Asylum. Итак, как вы, должно быть, помните, в прошлой серии мы разбирались с проблемами в коллекторе, и только мы закончили с ними разбираться, и тут новая проблема. Джокер запер нас в какой-то комнате, из которой, как он считает, Бэтмену не выбраться. Но, видимо, все прошлые неудачи его ничему не учат, так как Бэтмен может выбраться из любой ситуации, и пора бы это уже запомнить. Ну что ж, здесь довольно-таки проблематичная битва, особенно если вы играете впервые в данную игру. Довольно тяжело сориентироваться, так как врагов очень много. Не так много, как будет в дальнейшем, но все же их хватает. В первую очередь, конечно, нужно разбираться с великаном, я так считаю. Но порой мелюзга, так называемые рядовые бандиты, очень сильно мешаются, поэтому приходится откладывать битву с Титаном на чуть-чуть попозже. Ну что ж, на данном этапе с мелюзгой мы разобрались, остался один великан, и сейчас мы будем добивать его. Но это не все. Открылся второй и третий блок, так сказать, из которых, выбегают еще рядовые бандиты Джокера. А мы как раз оседлали великанчика и спокойно можем их наказывать без потерь для нашего здоровья. Но, к сожалению, поездка на великане оказалась непродолжительной. Эх, как жаль. Все-таки пора нам спускаться и добивать этого урода, так сказать. Хотя, почему так сказать? Урода, все правильно, ведь он когда-то был нормальным человеком, но сейчас его таким не назовешь. Ну вот, опять же, рядовые бандиты нам очень мешают и не дают возможности подобраться к великану, поэтому я решил сначала разобраться с ними, а потом уже нападать на этого гиганта под Титаном. Ну что ж, снова вторая группа бандитов валяется на полу, а это значит, что самое время добивать этого огромного, страшного, ну, будем так говорить, монстра. И снова открываются ворота лифта. Да, все-таки это лифт. Я хотел об этом сказать, но потом почему-то стал сомневаться в том, что это действительно лифт. Но это так и есть. Поскольку из одних и тех же дверей выбежала новая порция бандитов, а значит, откуда-то они там появились. И смею предположить, что приехали на лифте. Ну что ж, это третий и, если не ошибаюсь, заключительный этап, где мы уже добьем этого большого монстра, а также добьем всех оставшихся бандитов. Вот что-то я не успел уследить, когда в нас кинут телом павшего бандита, и получил довольно много повреждений вообще за этот бой. Могу списать это на то, что во время записи в игру я уже давненько не играл, следовательно, отвык от управления, поэтому получаю вот довольно-таки большое количество повреждений.
мне сняли большую часть здоровья, и меня это совсем не радует. Ну, что ж поделаешь, друзья, действительно так, во время записи данного видео от управления игрой я отвык, поэтому извиняйте. Ну а Бэтмен тем временем почти разобрался уже со всеми врагами. Вот, нам остается лишь добить последнего гиганта, и все. Отлично, мы можем похлопать Бэтмену. А вернее, вы можете похлопать Бэтмену, ну и, соответственно, мне, поскольку на данном видео за Бэтмена играл я. Ну а теперь нам нужно, наконец, выбираться из этого коллектора и идти останавливать Плюща. Уж больно давно мы ее не видели. За прошедшие годы остров почти не изменился. Репутация его была погублена, но я поклялся все исправить. Здания перестраивались, а я видел будущее. Прекрасное, светлое будущее. Ну а только что мы послушали очередную запись Духа Архима, и лично мне кажется, да, это сугубо мое мнение, но по-моему этот человек несет бред. Ну, ребят, ну честно, я что-то совсем не понимаю, для чего он оставил эти записи, для чего они нужны, честно, я не догоняю немножечко. Да, я знаю, кто это, я обещал вам сказать, кто это уже в титрах прохождения, если я не забуду, я так и сделаю, но я не понимаю, зачем, ему нужно было оставлять все эти записи. Ну что ж, только что мы скинули лифт вниз, и теперь он не мешает нам подняться дальше наверх, чем мы, собственно, сейчас и будем заниматься. А после того, как мы уже выберемся из шахты лифта, мы пойдем дальше преследовать на сегодняшнюю часть главную цель, это зеленого плюща. Или ядовитая плюща, ну, в общем, кто как ее называет, не суть. В общем, дамочку с красными волосами, и которая просто не может жить без цветов. Плющ набирает силу. Ее нужно остановить немедленно. Я думаю, она все еще в садах, где ты ее оставил. Но теперь она их контролирует. Тебя ждет ловушка. Это она так думает. Ну, Бэтс, я бы на твоем месте так бы и не говорил, потому что Плющ тоже все-таки умная девушка, все-таки она доктор наук или кто-то в этом роде, насколько я слышал, поэтому не стоит ее недооценивать. Плющ, ну, не сказал бы, что именно так, как ты говоришь. Да, ты сейчас контролируешь большую часть острова, но это не значит, что он тебе принадлежит. А сейчас мы, как я уже сказал, идем, чтобы остановить Плюща. Но все же в глубине души Бэтмен знает, что просто так в сады теперь ему не пробраться. Его обязательно там ждет ловушка, как сказала Оракул. И я думаю, Брюс Уэйн сам об этом знает, но старается не показать виду. Ты угадал в конце концов? Чем ты все это время занимался? Да, Риддлер, давненько мы тебя не слышали, и если честно, еще бы столько и не слышали. Но ты дал знать о себе. Но все же, главная наша задача — это Плющ. И я так думаю, Бэтмен будет умнее этой дамочки и сможет справиться и с ней, и с ее растениями. Хотя, признаюсь честно, лично для меня этот босс является одним из самых тяжелых, если не сказать, что самый тяжелый. В общем, скоро вы сами все увидите. А сейчас нас ждет очередной небольшой диалог, поэтому я пока что замолкаю, слушаем. На что ты рассчитываешь, Бэтмен? Я повсюду. Мои детки знают о каждом твоем шаге. Вы все так самонадеянны,
надеетесь уничтожить нас? Ты проиграешь, а мы станем самой могучей силой на планете. Ну что ж, по-моему, Ключ зашла слишком далеко и слишком уж она самонадеяна. Дорогуша, ты бы как-то аккуратнее со своими речами, потому что уже в этой серии тебе придется взять свои слова обратно. Это я тебе гарантирую. Ну а пока мы слушали Плюща, я немножечко замешкался, и нам нанесли колоссальное количество урона. Сейчас я боюсь даже высунуться, потому что два снайпера на вышках могут меня запалить, и тогда Бэтмену крышка, так как ХП у него осталось очень и очень мало. Что-то я совсем забыл, что на этих вышках есть снайперы. Даже после того, как вы уничтожите первую партию снайперов, появится вторая и так далее. Плющ явно негодует и выращивает все новые и новые растения. Но Бэтмену как-то совсем чуть-чуть пофиг, потому что сейчас мне нужно разобраться со вторым снайпером, после чего уже идти и разбираться с Плющом. Отлично. Ну, все же битва со вторым снайпером прошла не так удачно, как мне бы хотелось. Но не суть. Главное, что мы живы, у нас есть чуть меньше половины ХП, и это уже радует. А, правда, с таким количеством, я не знаю, сможем ли мы остановить Плюща. Ты умеешь читать карту, не так ли, детектив? Умею, умею. Так что не переживай, Ридлер. А мы слышим, что Плющ выращивает еще новые растения, и мне это уже не нравится. Так как все же, если противников будет много, то Бэтмен может и не справиться со всеми. По-моему, это логично, но все же я надеюсь, что Бэтс успеет вовремя. Ты заплатишь за боль, причиненную моим деткам. О боже, она когда-нибудь перестанет трещать о своих цветах? Когда я покончу с Бэтменом, наведусь к тебе, Джокер. Да ну, вот она женская благодарность. Дающим подарки, экспериментальные препараты, модные шмотки, и все это оборачивается против тебя. Ладно, удачи вам, девочки. У меня есть армия, доза титана на целый город и мешок отравы для сорняков. Найди меня, когда разделаешься с мышеголовым. Повеселимся. Можешь принести вино, а я сделаю салат. Ну вот, что и требовалось доказать. Плющ обнаглела уже до такой степени, что якобы после разборок с Бэтменом она хочет наведаться к Джокеру и занять его место. Да не заставляй я тебя ждать, сейчас разберусь со снайперами и сразу к тебе, дорогуша. Я думаю, не буду забегать в магазин за вином. Посидим и так с твоими цветами, мило поболтаем. Я накажу тебя. И потом пойду к Джокеру, отлуплю его, и все будет хорошо. Вот такой вот у меня план, потому что Джокер уже выстроил свои планы, Плющ свои. Чем я хуже? Я тоже хочу построить свои планы по поводу концовки этой игры. И что-то мне подсказывает, что именно мой план сбудется. Но посмотрим, как там будет. Пришел наконец. Тебе нравится, как я здесь все устроила? Мои детки растут, Бэтмен. Иди полюбуйся. Непременно, дорогая, я уже в пути. Новый кирпич, металл, краска скрыли старые раны. В тело впрыснули новую кровь. Светлые юные умы пришли сюда, и все они поклялись сдержать наши обещания. Мы все знали. Мы те, кто спасет этот город. И мы знали, что город будет благодарен нам. Ну что ж, очередная порция бреда от мистера Икс. Позже, как я уже говорил, мы узнаем, кто это, но с этим немножечко позже будет.
что? Больно плющ? Ну, прости, зайка, я постараюсь в следующий раз убивать твоих деток чуточку нежнее, чтобы тебе было не так больно. Прекрати! Нет, ты сама напросилась, ты сказала, что сможешь победить меня, а вот и неправда. Сколько еды для моих деток? Сколько? Да нисколько. Вот так тебе, дорогуша. Будешь знать, как наговаривать на Бетса, поняла? Следующий. Они ничего тебе не сделали. Сделают. К тому же я хочу как можно больше доставить тебе неприятностей. И, по-моему, у меня это очень даже неплохо получается. А здесь у нас очередная загадочка Ридлера. Не забываем ее брать. И очередной цветочек плюща. Ты поплатишься за это. Ну, дорогуша, мы еще посмотрим, кто там и за что поплатится. А пока что я уверенными шагами иду к тебе, и на пути у меня очередной твой цветочек. С каждым убитым цветком я становлюсь злее, Бэтмен. Это мне на руку, дорогая. Когда ты злая, ты не думаешь головой, а когда ты не думаешь головой, ты проигрываешь. Ты готов? Уверен, что справишься со мной. Я жду здесь. Приди ко мне. Дорогая, я весь в твоем внимании, уже иду. Ну что ж, электричество мы здесь еще не отключали, или его включили заново. Если честно, я они уже не помню. Они ничего тебе не сделали. Сделали, сделали, дорогая. Ну что ж, я иду к тебе, так что жди меня, наливай уже вино. Что с тобой, Бэтмен? Никто не уйдет от чар ядовитого плюща. Ну, это мы еще посмотрим. У меня теперь есть охрана, Бэтмен. Они просто умрут, если со мной что-нибудь случится. Так, ну а здесь мы наблюдаем не очень приятную картину. Плющ, так сказать, зомбировала охранников вот этого ботанического сада. И теперь нам, хочешь не хочешь, но придется с ними сражаться. Ну вот и все, мы разделались с последними охранниками, хоть это были и свои, а теперь идем к плющу. Я не дам тебе все разрушить. Я сказал тебе идти в камеру. Я ошиблась. Я думала, что растениям больно. Я поняла. Это эволюция. Они стали сильнее. А теперь мы с ними срастемся. Мои малыши разорвут на клочки тебя и твой любимый Готэм. Так, ну что ж, ребят, нехилый такой босс. И, надо сказать, попался, один из самых сложных. Знаешь, в мышеловку. Да, попался, дорогая, но сейчас я выпутаюсь. Итак, а сейчас я расскажу тактику битвы с этим боссом. Ты не победишь мать природу, а вот она может уничтожить тебя. Итак, подлая защитница растений не даст нам провести инъекцию противоядия. Придется сначала успокоить ее. Кидаем бетаранги в центральный цветок и не забываем уворачиваться от растительных щупалец, которые пытаются схватить снизу. Для этого просто отпрыгиваем в сторону и все. Затем в нас начнут плеваться теми же снарядами, что и цветы-мутанты. Снова уворачиваемся и кидаем бетаранги. Если попадем в плюща в момент, когда ее панцирь открыт, урон будет гораздо выше. Но не все так просто. Дело в том, что битва с этим боссом состоит из двух этапов. Сейчас, как вы догадались, мы проходим первый этап, и я думаю, о втором пока нет смысла говорить. О нем мы поговорим уже, соответственно, тогда, когда дойдем до него.
Ну а первый этап наполовину мы прошли, видим, что шкала здоровья ядовитого плюща снизилась наполовину. Это довольно-таки хороший знак, но все же еще половина осталась, и нам ее тоже нужно убрать. Дело в том, что самая подлянка в том, что плющ почти не дает нам возможности кинуть в нее бета-ранг, потому что все время то стреляет вот этими шариками, то выращивает щупальца, и просто не получается нанести удар. Ну а нам тем временем сняли уже большую часть ХП, и, признаюсь честно, меня это очень не радует, так как босс действительно сложный, как я уже говорил, пожалуй, самый сложный лично для меня босс во всей игре, поэтому с меньшей частью нашего ХП я не знаю, сможем ли мы его победить, но будем стараться. Плющу уже осталось не так много, всего треть, и сейчас она начинает свои яростные атаки, которые я не люблю больше всего, потому что из-за них я практически не могу ей нанести удар, и это иногда раздражает, особенно когда мы попадаемся в ее ловушки. А попадаемся мы часто. Хватит ржать, Плющ. Что ты ржешь, да ржешь, а? Ну вот, самой не противно уже. И опять. Так, ну что, совсем чуть-чуть осталось для завершения первого этапа. Сейчас мы нанесем последний удар. И первый этап завершен. Растение упало, теперь нужно быстро подбежать к Плющу и намазать на вот этот панцирь гремущий гель. И, естественно, взорвать. Да, ребят, и по необъяснимой причине у меня произошел сбой. Он хочет меня обидеть. Да-да, хочу тебя обидеть. Я не знаю почему. Во время записи игра вылетела, и пришлось начинать все сначала. Спаси меня от злой летучей мыши. Ну, поэтому я вырезал уже первый этап, поскольку вы его видели. И вот начинаем со второго. Я понимаю, что получилось не очень гладко, но я сам не понял, почему произошел этот сбой. Вроде бы раньше такого не было. Хотя в других местах у меня были сбои, так что, возможно, не стоит этому удивляться. В общем, продолжаем битву с Плющом. Мои малыши разорвут на клочки тебя и твой... Итак, во втором раунде все будет немножечко сложнее. Атаки врага станут быстрее, а еще Плющ будет брать откуда-то снизу по свечению из преисподней загипнотизированный ею персонал. Повторяем процедуру закидывания бета-рангами, и когда Плющ во второй раз упадет, это уже будет конец для нее. А теперь немного о самой Памеле Лилиан Айли. Доктор Памела Лилиан Айли, ботаник из Сиэтла, когда-то была очень умной, но наивной студенткой колледжа, которая знала о растениях практически все. То есть, пока ее профессор, доктор Джейсон Вудро, не начал проводить на ней опыты. Эксперимент заключался в размещении токсинов в крови Памелы, благодаря которым ее прикосновение стало смертельным, а организм выработал иммунитет ко всевозможным ядам и вирусам. Эксперименты также позволили Памеле или вырабатывать феромоны, контролирующие разум, и одним прикосновением она могла сделать мужчину дикарем. Из-за опытов Памела стала бесплодной, и поэтому до сих пор она относится к своим растениям как к детям. Вудро скрылся от властей, оставив Памелу в больнице на 6 месяцев. Разъяренная из-за предательства Джейсона, Памела стала подвержена резким перепадам настроения. Когда ее парень попадает в автокатастрофу, после загадочного появления в ее организме огромной колонии грибов, Айли бросает колледж, покидает Сиэтл и начинает распускать свои корни по всему Готэму.
Ее первое деяние – угроза распылить в воздух смертоносные споры, если городские власти не выполнят ее требования. Таким образом, она стала печально известной суперзлодейкой по прозвищу Ядовитый Плющ. Бэтмен, который появился в Готэме в этом же году, победил ее и разрушил злодейские планы, заключив ее в клинику Архима для душевнобольных преступников. С годами наивность Памелы Айли уходит в небытие, и вместе с криминальным образом жизни ей на смену приходит твердость. С каждым годом она любит растения все больше и больше, и по сей день, уже более 10 лет, она остается серьезной проблемой для Бэтмена. Ну что ж, вот такая вот биография у нашей главной героини на сегодняшнюю серию. Все-таки жизнь у Памелы была очень непростая, и вот чем она стала огромным цветком. Да. Ну а теперь возвращаемся к реальности. Бэтмен все так же прыгает в разные стороны и старается увернуться от вот этих лиан, растений, и также, к сожалению, вынужден бить охрану Архима, так как они сейчас зачарованы и сделают все, лишь бы спасти свою хозяйку. Но, к сожалению, для них они не настолько сильны, как Бэтмен. К тому же, Плющ не стесняется бить своими растениями и своих же подчиненных. Соответственно, если мы увернемся от лиан, а эти охранники будут на их месте, то они тоже попадут под удар, и им будет не очень хорошо, мягко говоря. Вот, вы сами можете это наблюдать на видео, что Памела совсем не заботится о своих, пусть и временных, но все-таки подчиненных. Ну вот, бой с ними практически завершен, остался последний, а вот уже не осталось и никого. Теперь нужно снова уворачиваться и ждать, пока Плющ откроет свой кокон, чтобы кинуть в нее батаранг. Ну, собственно, об этом я уже вам рассказывал. Кстати, нужно быть намного аккуратнее, так как во втором раунде Плющ будет намного больше кидать вот этих вот ядовитых шариков. Ну а пока я тут болтал, битва с Плющом завершилась. И на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Hasn't even begun.